Я же говорил, он умрет последним. Ничего, я еще отыграюсь. Джимми был обычным парнем из небогатой семьи. Он постоянно расстраивал маму своим поведением и плохой учебой. Как и все его сверстники, Джимми мечтал стать успешным и богатым. Но совершенно ничего не делал для этого. Его абсолютно не интересовала учеба. Он любил хулиганить и чилить со своими друзьями. Ах ты, мелкий воришка! Здорово, чуваки! Привет, Джимми! Чем занимаемся сегодня, парни? Может, стрясем денег у малышни? Жертва ускользнула. Нам давно пора играть по-крупному. Давайте грабанем магазин этого старого пердуна. Давно пора проучить этого барыгу. Черт, Майкл, откуда у тебя пушка? Руки вверх! Доставай деньги из кассы! Ты что, глухой? Сынок, ты определись! Руки вверх! Или доставать деньги? Гони робаксы! Джимми, хватай чипсы и колу! Не называй меня по имени, идиот! Копы! Надо сваливать! Ha!
Вы арестованы! Давай быстрее! И что теперь с нами будет? Нас посадят! Наверное, надолго. Ха-ха-ха. Свежее мясо. Постирай мои носки. Ты что творишь, придурок? Будете моими шестерками. А можно потише? Успокойся. Спасибо, парень. Что тут происходит? Кто это сделал? Бежим! Скорее! Вы куда? А где этот чел? Это не наши проблемы. Куда мы едем? Не переживайте, все идет по плану. По какому еще плану? Добро пожаловать в мое секретное укрытие! Парни были шокированы происходящим. Они не понимали, что происходит. Все происходящее ребятам показалось очень странным. Но голод
пересилил страх. Чё за фигня? Добро пожаловать в Дорс! Вы кто такие? Что вам надо? Типы в масках объяснили ребятам, что они находятся в игре Дорс. Им необходимо пройти все комнаты и выжить. В награду за это они получат 1 000 000 рабаксов. А если мы откажемся? Ha 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 ha!